а не пора ли нам подкрепиться? По-моему, пора. Хорошо живет на свете Винни Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет. Вот посмотрите, это золотой ребенок. Вот он золотой, я не знаю. Я когда его выбирала, это, наверное, мне Господь сказал, держи себе сумку, которая украсит все твои дни, потому что ты, бедняжка, намучилась. Моменте. Провалялся целый день и не заметил, как тюлень ленивый вечерочек встретил. И что-то делать силы чё-то совсем нету, похож я на котлету. Мне за эту разработку такую премию дадут. О, я уверен, мы с тобой поедем в отпуск куда-нибудь далеко. 415-я база, ответьте.